Объект SCP-201. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Персонал не должен приближаться к SCP-201 ближе, чем на 40 метров, ни при каких обстоятельствах. Взаимодействие с SCP-201 должно осуществляться с использованием робота. Любые лица, входящие в зону содержания, должны сопровождаться 2 сотрудниками службы безопасности. Весь персонал во время нахождения на территории камеры должен носить страховочный пояс, присоединенный тросом к стене. Длина троса подобрана так, чтобы давать возможность перемещаться в пределах 3-метровой зоны безопасности. Попытка превысить это расстояние приведет к физическому извлечению из зоны содержания и дисциплинарному взысканию. Данные о лицах, подвергшихся эффектам SCP-201, включая время и дату воздействия, исчезновения, возвращения, а также всю доступную личную информацию, должны быть записаны в протоколе. В случаях возвращения очередного субъекта должны немедленно высылаться агенты для его захвата и опроса. Описание. SCP-201 выглядит как очень старый набор медицинского оборудования, внешне напоминающего капельницу, но имеющего также значительное количество присоединенных к ней стеклянных и металлических деталей. SCP-201 имеет высоту 1,8 метра и массу 36,5 кг. Металлические детали сделаны из стали и латуни, различные части аппарата соединяются резиновыми трубками. 2 контейнера в верхней части капельницы сделаны из фарфора и открыты сверху. SCP-201 был обнаружен в больнице, в хранилище старого оборудования. В записях госпиталя информация о SCP-201 обнаружена не было. Приближение к SCP-201 ближе, чем на 30 метров, может привести к перемещению субъекта в некую альтернативную реальность. Этот эффект, видимо, имеет случайную природу, поскольку некоторые субъекты не подвергались ему после помещения их возле SCP-201. Те же, кто оказался по какой-то причине восприимчив к эффекту, исчезают из нашей реальности через некоторое время, от 1 до 48 часов после первоначального воздействия. Продолжительность отсутствия варьируется от нескольких часов до 8 лет. Субъективное время, проведенное в альтернативной реальности, может сильно отличаться от прошедшего в нашем мире. Этот альтернативный мир, видимо, идентичен нашему за следующими исключениями. Постоянные сумерки, ни солнца, ни луны никогда не появляются на небе. Множество крупных клубов крайне плотного серого тумана, очень низко к земле. Эти клубы не зависят от ветра и вызывают на коже ощущение прикосновения чего-то липкого и грязного. Полное отсутствие живой и растительной жизни. Все места обитания людей, включая крупные города, выглядят так, словно все живое внезапно исчезло в одно мгновение. Большая часть электрических систем, если не все, выглядят сломанными или обесточенными. Воздух в случайные моменты времени приобретает серо-коричневый оттенок, при этом поднимается сильный ветер. Субъекты, попавшие в этот альтернативный мир, сообщили о первоначальном ощущении удивления и любопытства, вскоре сменяющимися крайне острыми ощущениями страха и одиночества. Тяжесть психологических эффектов сильно варьировалась от разных людей и сроков отсутствия. По окончанию перемещения субъект оказывается в соответствующей их географическому положению точке нашего мира, что зачастую могло вызывать серьезный шок, в особенности в городских условиях. Большинство из тех, кто отсутствовал более 3 месяцев, страдают психологическими расстройствами, сходными с тем, что формируется у осужденных в одиночных камерах заключения. Кроме того, отчеты неизвестно, действительно ли тестирование станет возможным, если будут доставлены жизнеспособные образцы. У нас появился Patreon. Мы будем благодарны всем, кто поддержит нашу работу. Ссылка в описании.